Привет всем, кто сидит дома, следует мерам предосторожности и наслаждается эфиром телеканала Bridge TV. Это агентство хороших новостей. Кстати, интересный факт о телевизорах. Самая первая партия телевизоров была произведена в США. Они были довольно большими, но при этом размер экрана составлял всего лишь 13 на 25 сантиметров. Это примерно, скажем так, не сильно больше, чем размер смартфона. Ну а мы с вами рады наслаждаться самыми последними технологиями, в числе которых и наши сюжеты. Море волнуется раз. А хотя, кажется, оно не волнуется. Причина тому – очищение воды благодаря соблюдению карантина в разных городах мира. Кстати, укрепляется и здоровье людей, ведь 50% кислорода, которым мы дышим, испаряется из вод морей и океанов. Отличная новость номер два. Пауза в работе фабрик и заводов, судоходство и рыбалки улучшили качество жизни морских животных на 15%, а вымирающие виды рыб увеличивают свою численность. Воздействие промышленности плохо сказывалось на обитателях морей, но сейчас они снова в безопасности в своей естественной среде. Ну а на Земле поддержать тех, кто находится на самоизоляции и не может ее покинуть, пришли ламы и лошади. Чтобы не дать людям заскучать, хозяева ферм в разных городах Америки знакомят их со своими ласковыми животными. Какая красивая мордашка, вы только посмотрите! Этим людям так одиноко, но когда мы приходим, их день сразу наполняется радостью. В общем, помогать другим и пробовать что-то новое – это всегда хорошо, особенно на карантине. Вот вижу, и моя коллега Арина тоже что-то затеяла. Я решила постичь неизведанное. Хочешь, погадаю? Да, звучит, конечно, устрашающе. Ну хорошо, давай попробуем. А погадай, что нас ждет в ближайшем будущем? Что нас ждет в будущем? Так, я чувствую музыку. Это рэп. Я чувствую букву S. S как Серега? Нет, S как доллар. Я вижу букву T. А T как что? О, Андрей, ну не отвлекай меня. В будущем нас ждет рэпер ST. Ну, давай проверим. Привет, Bridge TV, и привет, агентство хороших новостей. С вами СТ. Тебя носить словно часы. Роли, 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 роли. Буду на руках тебя носить свои. Вот так я провожу свое время. Bridge TV, желаю вам и вашим зрителям здоровья. Все будет очень хорошо. Карантин сподвиг и легендарных Rolling Stones на творчество. Впервые за 8 лет группа выпустила сингл «Living in the Ghost Town», что переводится как «Жизнь в городе-призраке». А вот певица Шакира за время карантина даже успела получить диплом об окончании онлайн-курса античной философии. Студентка Шакира прошла его в Университете Пенсильвании. Певец Дато вспомнил о мгновениях, когда мы все ходили на концерты, и выложил фрагмент своего стадионного выступления с группой Сахэ. И все-таки живой концерт не заменит ничто. Ну а Робби Уильямса запустил на карантине необычный челлендж, суть которого в том, чтобы исполнить хит 90-х «Барби Герл» группы Аква максимально странно. Come on, Barbie, let's go party. Я хочу сказать, что наши зрители ничем не хуже Робби Уильямса. Они тоже показывают, как проводят время дома, ставят хэштег AHN и отмечают аккаунт Bridge TV. Вот, кстати, лучшие работы.
Друзья, на этом все. Будьте дома, следуйте мерам предосторожности и мерам поддержания хорошего настроения вместе с телеканалом Bridge TV. Это было агентство хороших новостей. Все будет АХН. Всем пока!